Тренер Роберт Фердинанда по прозвищу Сирена был наставником по призванию. Это слово лучше всего подходит для того, чтобы описать его отношение к своим подопечным. Он наставлял их на путь истинный. Когда Роберт узнал, что жить ему осталось мало, он передал мне, что хотел бы попросить одного человека сказать несколько слов в память о нем. И сейчас я прошу Лени Фидера выйти сюда. Спасибо. Я прошу прощения, я не готовился. Для меня это честь, что, тренер попросил сказать что-нибудь. И потом я ужасно себя чувствую, так как давно его не видел, он всегда хотел, чтобы я приехал повидаться с ним, а я все время в делах, и мне очень жаль. Знаете, наша команда 78-го года была единственной командой-чемпионом у нашего дорогого тренера, это потрясающее достижение, особенно учитывая наши скромные возможности. Вы можете мне не верить, но Робби и Маркус были гораздо ниже ростом тогда, в 78-м. Зато эти парни, в отличие от тебя, умели передавать друг другу мяч. О, кое-кому не помешало бы научиться передавать другим жареную курочку. Шучу. Мы сегодня прощаемся с большой частью нашей жизни, все мы. Тренер очень сильно повлиял на всех, кто здесь собрался. И я надеюсь, мы сумеем прожить жизнь, как он. Чтобы не о чем было жалеть, когда прозвучит финальная сирена. Так что давайте все помолчим. Что он в конце встанет на одно колено. По рукам. Ладно. Мария, грация плена. Ave, ave dominus, dominus tecum, benedictus. Взрослеть пора. Ёжик рассвирепел. Не заводись так, Робби. Ну и что мы думаем насчет девушки Робби? Мы рады за него? Обалдеть, это бабушка с веслом. Да вроде она ничего. Да бросьте, она милая. Ну, примерно, как я в парике. А я думал, это у тебя тоже парик. Симпатичней. Когда Бен Франклин запустил того змея, на котором был ключ, это был ключ от ее квартиры. Ну, ты размахнулся. Черепахи столько не живут. Знаете, но у него такой вид, как будто он и вправду влюблен, а? Да, но он и в первых трех жен был влюблен. В кокетку, конфетку и нимфетку. Да. Его проблема в том, что он всегда так быстро влюбляется, а потом в один день он остывает и становится злым и агрессивным. Кофе, мистер Фидер? Нет, спасибо, не надо. Очень мило с вашей стороны, что вам вдруг захотелось принести мне кофе. Вы можете сами его выпить, пока будете заниматься в церкви. Ну, вы прислали смс-ку, что хотите кофе. Я написал, что хочу, чтобы вы выпили кофе и позанимались. Так что берите учебники и в часовню. Идите, все в порядке, Рита. Ладно. Слушайте, ребят, а вы едите фастфуд? Мам, я хочу молочка. Ну, конечно, солнышко, иди сюда. Я тебе дам попить. Не торопись, детка. Не такими большими глотками, а то животик заболит. У вас прелестный сынок. Да. А сколько ему? Ему 48 месяцев. 4 года? Да. Мы все собираемся с этим завязать, но ему так нравится, у нас не хватает сил сказать нет. Заинька, может быть, возьмешь вилочку? Нет, 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 нет! Она нет, говорит запросто.